такие у меня игрушки. Я, если честно, очень люблю деревянные игрушки. Деревянные, либо какие-то, не знаю, из натуральных каких-то материалов. Я не люблю стекло, потому что оно бьется. Я собираю елку сама. Она небольшая у меня, и она легкая, не тяжелая. И, если честно, вообще я всегда, вот пока здесь живу, я каждый год сама собираю елку и разбираю ее. Муж мне ни разу не помогал. Ему не особо вообще елки нравятся. Поэтому приходится все одной. Ну, коты помогают. А вообще, по-моему, это такое семейное занятие. И помню, дома раньше с мамой. Ну, папа тоже, кстати, никогда не наряжал елку, а с мамой мы, помню, наряжали елку, и нам так нравилось это. Мы просто обожали. Мы очень ждали этого момента, какое-то волшебство просто в воздухе. Нам очень-очень нравилось это. Итак, первый на елку идет, на собранную елку уже идет гирлянда. Или огоньки. Я, не знаю, привыкла с детства называть огоньками гирлянду. А теперь уже украшаем. Я, кстати, люблю тоже украшать елку шишками. Сосновыми шишками, маленькими. И вот это мне нравится тоже, звезда из... И эти тоже игрушки из дерева. Это с дерева с перьями, украшено перьями. Очень люблю такие игрушки. Они интересные. И шишки, да, шишки, которые... Настоящие шишки сосновые, вы можете собрать их сами. Я, кстати, здесь тоже собирала их сама. И покрывала их белой краской. Хотя они так, они и дешево стоят, в китайском магазине очень дешево стоят они. Но можно и самим сделать их. И смотрится очень здорово. Я украшаю елку только игрушками и вот этими огоньками, гирляндой. Сверху я не добавляю ни мишуру, ни дождик, ни какие-то там еще, не знаю, бусы, что там еще там некоторые украшают этим. Я украшаю максимально просто и, не знаю, всегда одинаково. По-моему, я каждый год одинаковую елку ставлю, и этой елке ей уже 2-3 года точно уже есть. Да, по-моему, 3 года даже. И на следующий год хочу поменять елку. Хочу просто зеленую, без... заснеженности. Да, очень люблю вот этот камин декоративный, который... А вот эта ветка, которая на камине, и вот здесь, на тумбочке от телевизора, я их купила с большой скидкой. Очень здорово, они подошли к моему дереву. Дерево, кстати, дорогое было. И смотрится, по-моему, смотрится просто потрясающе, мне очень-очень нравится. Но они стоили очень-очень дешево, эти ветки. Обе ветки. Повезло. И перед елкой стелю вот эти декоративные шкурки, которые синтетические, конечно. Их очень любят мои мелкие коты. Итак, это дом. Моя гостиная, дом. А это после. А вот этот я уберу, вот этот венок, потому что он по цвету не очень подходит. Стол пришлось убрать. И вот моя елочка.
Ну что, как вы думаете, сколько простоит моя елка с котами? 아, вот так смотрится ночью с гирляндами. А сейчас я вам покажу, наверное, самую главную достопримечательность Барселоны. Смотрите. Это храм Саграда Фамилия. Или искупительный храм Святого Семейства. Который строится уже 120 лет практически. Послушайте музыку, которая доносится из храма, и окунитесь немного в эту атмосферу. Здесь небольшая ярмарка рождественская, которая каждый год проводится рядом с этим храмом. Расскажу немного об этом храме. Первым архитектором этого храма был Франческо де Пауло Вильяр. Но ровно через год после старта этого проекта архитектор имел какой-то конфликт с инициаторами строительства, и он покинул этот проект, и с этого момента проектом руководил Антонио Гауди, который считается официально архитектором этого храма. Антонио Гауди похоронен в склепе храма Святого Семейства. И его тоже можно посетить во время церемонии, этот склеп. Строительство храма планируется завершить в 2026 году, что в этом году будет ровно 100 лет после смерти Антонио Гауди в 2026 году. Поэтому специально стараются приурочить к этому моменту. Вот эта звезда новая, зажжение которой мы посмотрим. Вообще очень-очень много интересного рассказывать про эту, про этот храм, про Саграду Фамилия, и просто не хватит времени. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, почитайте. Например, вот этот фасад – это фасад Рождества Христова. А вообще этот храм имеет три фасада, которые представляют собой фазы жизни Иисуса Христа. Его рождение, страсти, фасад страсти, который также известен как страдание, и слава. Рождение, страсть и слава. С этой стороны есть четыре башни. Когда Святое Семейство будет завершено, всего будет насчитываться 18 башен. 12 башен для апостолов, 4 для евангелистов, 1 для Иисуса и 1 башня, посвященная Марии. А на прямо противоположной стороне, на фасаде страстей, есть магический квадрат, судоку, который всегда в сумме дает 33, и по горизонтали, и по вертикали, что соответствует возрасту Христа, когда Он умер. В этот раз я не зашла внутрь. Говорят, там очень-очень красиво, но билеты нужно покупать заранее, и туда обязательно зайду в следующий раз. А сейчас я вам покажу еще одно важное событие, которое произошло 8 декабря здесь, в Барселоне. Это возведение 12 конечной звезды на башне Марии в соборе Саграды Фамилии, который вам показывал до этого. И зажжение этой звезды.
Здесь было очень-очень много людей, было телевидение, и это такое важное мероприятие в масштабах города, в масштабах страны. Millones a la marinera, ¿no? Sí. Oh, bueno. Fisherman style. Y mi marido. Sí, gracias. 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 Has venido todo. Como yo. Así cortan las catalanas, ¿eh? Para no perder el chiquito y la bolsita de su mano. Hay aceite por aquí también, ¿no? Espera, espera, ¿no? ¿Termino? ¿Termino? El aceite va antes que la sal antes que el aceite. Pero es mi voluntad, digamos. Da igual. Ребят, всем спасибо большое за просмотр, за то, что вы были со мной. И до скорого. Пока-пока.